Для чего ты это делаешь даже? Вопрос такой. Не, ну как? Я ж еду в Одессу. Все будет огонь. Прямо здесь, в замечательном городе Полтаве, мы обнаружили жертву полтавской моды. Так и да? Так и да. 15 минут, ребята. Все нормально. Мы в поезде. Молодой растущий организм. Суп, где мой суп? Я хочу суп. Понятно? Дарья, что ты скажешь про суп? Огонь вообще. Где нужно кушать? Огонь. Обычно так говоришь про водку. Прошли собеседование, все, понеслось, можно да? Можно кушать. Это водка с рыбулом. Смотри. Опа. Огонь вообще. На шухере стой. Тебе сказали на шухере постой. Я не буду стоять.